Директор департамента культуры Омска предложил продать два здания в Омской крепости. Причина: у мэрии кончились деньги на реконструкцию казармы 1833 года. Напомню, в 2016-м на восстановление исторических сооружений было выделено 539 миллионов рублей. Но у чиновников в процессе проведения работ возникли трудности, и теперь на доделку последнего из шести строений не хватает 23 миллионов рублей. Когда возникли эти трудности, была переработана проектно-сметная документация. И вот на казарму 1833 года на сегодняшний день на дострой, на все здания хватает, на казарму, на отделку черновая сделана, а на такую уже окончательную отделку не хватает 23 миллиона рублей.